Здравствуйте, я Екатерина Жекова и программа «Свободный взгляд». Небольшая пауза была в этой студии, 2 месяца мы не выходили в эфир, и сейчас мы возобновили работу «Свободного взгляда». Рада представить вам сегодняшнего нашего гостя. Думаю, разговор получится интересным и важным, потому как об экономических показателях роста за последний год говорят в Гагаузии много. Говорят прежде всего представители власти. Так это или нет, да и другие вопросы мы обсудим сегодня с заместителем председателя исполнительного комитета Гагаузии Вадимом Чебан. Вадим Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы видим много заявлений, которые делают представители власти исполнительного комитета, все у нас хорошо, но понятно, не только эта власть, имея в виду этот исполнительный комитет, всегда власть, любая, центральная, региональная, она больше предпочитает говорить о каких-то своих достоинствах, о заслугах, о успехах. Я хочу начать вопрос в этой передаче с другого. А какие неудачи есть в работе этого исполнительного комитета? А потом обязательно поговорим об экономических успехах. Ну, в принципе, правильный вопрос вы задаете. Я, в принципе, человек-прагматик и очень хорошо и внимательно отношусь и к цифрам, и к статистике. Это в первую очередь. Во вторую очередь, если как ответ на ваш вопрос, конечно же, могу сказать, что за короткий период времени невозможно поменять, я бы сказал, если говорим про экономику, то очень трудно поменять структуру. Потому что то, что мы увидели, и то, что есть на самом деле, это не думаю, что какие-то ошибки управления, госуправления, либо власти. Так сложилось за эти последние 20 лет, более чем 20 лет, с момента обретения независимости Республики Молдова, что вот Гагаузия и почти весь юг Молдовы в основном экспортирует сырье. Очень мало продуктов переработки, ну, кроме винодельческой отрасли. Угу. Вот я считаю, что вот одним из самых больших, скажем так, неудач все-таки это вот наша структура. Структура нашего производства промышленного, структура нашего экспорта. Это, если мы говорим, экспортоориентированная отрасль, в основном это винодельческая отрасль, это где-то 41% от общего экспорта. Конечно, здесь... Что вы имеете в виду, простите, когда говорите о структуре? То есть плохо, что у нас только виноделие, надо бы развивать другие отрасли? Я к этому хотел прийти. То есть, если говорим, то на группу, в основном вот на 5 групп товаров приходится где-то 88% нашего экспорта. Конечно, вот это нас, я считаю, что это недостаток, над этим нужно работать, здесь нужно усиливать, чтобы у нас был, во-первых, качественный рост, и структура экономики, структура экспорта была более качественной. Последнее время это удается, и мы смотрим, что есть экспорт, скажем, больше промышленных товаров. К примеру, каких? Ну, могу сказать, что вот раньше у нас буквально пару лет назад не было такого экспорта, как стекло и продукты от переработки стекла или, скажем, то же самое стекловолокно. У нас в Лукане, в свободной экономической зоне, есть предприниматели, это румынский капитал, который производит сетку серпянку, и в общем объеме экспорта это достаточно серьезные цифры, и это экспорт, ориентированный на европейские рынки. В принципе, это товар, который раньше в структуре нашего экспорта его не было. Плюс к этому могу сказать, что то же самое можно сказать и про нефтепродукты и ГСМ, потому что Гагаузия единственный регион в Молдове, который реально экспортирует продукты переработки. С этого места поподробнее, потому как вчерашний форум, который многие видели, вызвал интерес. А что мы экспортируем? Где у нас нефть достают в Гагаузии? У нас нефть не достают, скажем, даже не производят ее. Нефть импортируется, либо, скажем, транспортируется из наших источников, скажем, скважин, которые находятся в Кагульском районе, это в Валенах. Перерабатывается здесь в свободной экономической зоне, в том числе. И в Камрате? Нет, в Луканештах есть производитель. Есть и в Камрате. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в Республике Молдова. Он не такой большой, это мини-НПЗ. Но это дает возможность перерабатывать на этом этапе, скажем, продукты не такой уж глубокой переработки, это в основном это мазут и это печное топливо. Куда то есть, мы экспортируем? Ну, то, что это производим? Страны, в основном экспорт идет в страны Евросоюза, это Болгария, Турция, Румыния. Вадим Петрович, наверное, самое место сейчас задать мне вопрос.
вот за это время, за ушедший 2015 год поговорим, да, куда больше было экспорта? Ну, по сравнению с 2014 годом у нас структура немножко изменилась, у нас больше в страны СНГ. Это связано с тем, что гагаузским компаниям был предоставлен доступ и возможность экспорта поставки своей продукции на российский рынок, в том числе и в Беларусь. То есть это направление у нас увеличилось, в структуре экспорта у нас эта доля выросла. Что не можем сказать про Евросоюз, доля Евросоюза немножко уменьшилась. Как это в процентах, в цифрах? Ну, в процентах, скажем так, могу сказать, что где-то, у нас берем СНГ плюс еще Турция, потому что Турция это тоже отдельные другие страны, где-то 48% экспорта, это у нас идет в основном это очень страны интересный СНГ. Компонент СНГ плюс Турция. Почему не ЕС потому плюс что, Турция? Ну, ЕС у нас отдельно, у нас ЕС, страны ЕС это достаточно серьезный объем, но, допустим, давайте вот, если берем это страны СНГ, у нас в прошлом году 1,650 млн экспорта, из которых где-то 560 миллионов это страны СНГ. Угу. ЕС, все-таки страны ЕС 783, вот у нас миллион, все-таки страны ЕС они больше, но из этой статистики страны ЕС берем, из этих 783 миллиона у нас где-то 26% это экспорт все-таки Румынии. Ну, неважно, в любом случае, да, это ЕС. Да, ЕС, страны правильно ЕС. Правильно ли я понимаю, что все-таки в ЕС больше экспорта, да? Если брать общую статистику, оно так, это традиционно, потому что мы в основном экспортируем сырье. Угу. Про винодельческую продукцию, это страны СНГ, это Беларусь, Российская Федерация. И то же самое, то, что касается сельхозпродукции. В страны ЕС мы в основном экспортируем злаки, подсолнечник, то же самое, то, что я говорил про ГСМ, швейные изделия и так далее. И здесь Турция очень нужно, здесь тоже поставить, скажем, акцент, и очень важно, в нашем экспорте очень большую роль занимает в том числе и Турция. Это где-то 230 миллионов лей экспорта, это было турецкое направление. Да, следующий мой вопрос. Я хотела бы поговорить, ну, коль говорим сейчас о цифрах каких-то, да, очень много, во всяком случае, мероприятий было проведено на протяжении 2015 года, куда расходовались и публичные средства. Вот, вы знаете, я посмотрела только несколько решений и несколько данных, которые нашла в разных информационных источниках. В Петербурге участвовали на ярмарке, я так понимаю, что это была ярмарка рождественская перед Новым годом, да? Да. В конце 2015 года было потрачено 70 тысяч леев. А в ноябре 57 тысяч леев было потрачено на прием российской делегации. На форум, который посвящен вот второй годовщине референдума, было потрачено 70 тысяч леев. В декабре из резервного фонда выделены 300 тысяч леев. На какие цели, вы, наверное, знаете лучше. Вот я хочу спросить. А вот это деньги, которые надо было тратить на эти цели. Вот я, во всяком случае, считаю, что 70 тысяч леев форум, наверное, это многовато для плеч бюджета. Принимаю во внимание, что организатором непосредственно не являлся исполком. Являлись общественниками, наоборот, помогли общественникам и гражданскому обществу организовать этот форум. Я не знаю насчет цифры 300 тысяч из резервного фонда, но я думаю, что эти средства не были потрачены на организацию каких-либо поездок или продвижения. Катерина, здесь вопрос, знаете, в чем? Я бы по-другому поставил вопрос. То есть, когда мы говорим, Вадим Петрович, я хочу уточнить. Просто понимаете, людям, которые, на самом деле, в стране очень сложная экономическая ситуация, не только сегодня, и в таком состоянии, скажем, уже не год пребывает и страна, и автономия в частности. И я, как журналист, хочу задавать вопросы, которые интересны людям. Все правильно. Куда уходят деньги, как они уходят, насколько рационально они расходуются. Поэтому я и задаю этот вопрос. Я скажу следующим образом, отвечу на ваш вопрос. Конечно, это правильно, нужно задавать эти вопросы, нам, власти, нужно отвечать на эти вопросы и, скажем так, держать отчет перед нашими гражданами, перед гражданским обществом прежде всего. Однозначно могу сказать, все эти средства, которые вот мы направляем, мы не считаем их, как некоторые называют, транзакционными издержками.
эти средства на продвижение. И я хочу вас заверить и всех заверить, что это достаточно скудный бюджет для продвижения. Угу. Если мы говорим о том, чтобы нас узнавали, о том, чтобы узнавали наши бренды и узнавали, что такое Гагаузия вообще. Потому что все сейчас понимают, и это не секрет для всех. Многие видят Гагаузию как экзотику. И многие, это я имею в виду, в том числе и граждане стран ЕС, граждане США, Великобритании. Я бы сказала, и граждане Молдовы. И граждане Молдовы в том числе, даже соседние Румынии, даже Украины. И для того, чтобы продвигать имидж, продвигать нашу торговую марку, наши компании, это серьезные фонды, бюджеты. Я согласна. Если мы говорим про, допустим, частности, вот вы упомянули о Санкт-Петербурге, да? Ну, я думаю, что это сопоставимо, даже я думаю, что чересчур сопоставимости с той помощью, которую мы сейчас получать будем уже в феврале месяце. То есть есть польза от этих вложений? Конечно, есть, потому что мы получаем 24 единицы техники только для муниципальных наших предприятий, и мы получаем машины скорой помощи, 3, еще и пожарную машину. Я думаю, что если... Это безвозмездная передача? Наши коллеги попросили Санкт-Петербурга, дали нам... Даже мы не платили за этот домик, где наша продукция выставлялась. То есть они просто бесплатно нам предоставили эти условия. При этом почти целый день уделили внимание только Гагаузии. Почти, скажем так, был день автономии, только и везде говорили про Гагаузию. Я думаю, что эти 70 тысяч, если так сравнить, с той помощью, что мы получаем от конкретно Санкт-Петербурга, я думаю, что это сопоставимые инвестиции. Это, еще раз говорю, это инвестиции, даже если это резервный фонд. Да, вот вы говорите, с вами нельзя не согласиться, когда вы говорите о том, что нужны инвестиции в продвижение имиджа автономии. Бесспорно, это так. Но когда мы говорим о том, что в бюджете недостаточно средств на многие вещи, вот, допустим, глядя еще на некоторые цифры, мне не совсем, допустим, понятно и убеждена, что вы как экономист и как первый заместитель председателя исполнительного комитета дадите ответ. 440 человек числятся в штатном расписании по всем управлениям и в том числе в составе исполкома. Можете сказать, эта цифра увеличена по сравнению с прошлым составом исполкома? По сравнению с прошлым составом исполкома это не увеличение. Увеличение произошло только за счет того, что некоторые главные, ну, скажем так, численный состав остался тем же. Просто мы поменяли штатное расписание и регламент положения главных управлений и просто привели их в соответствие с постановлением правительства. То есть минимальное количество, скажем, в составе главного управления в штатном расписании должно быть 18 человек. Ну, вот это мы привели в соответствие, это раз. И во-вторых, 18 это человек в каждом управлении? То есть не менее 18? Не менее 18, это обязательное условие. У меня возникает вопрос. Я еще раз говорю, это нормативный акт, минимальное количество, которое должно составить штатное расписание. А если нам столько не нужно? К примеру, это в каком-то управлении нам столько не нужно? Это зачем другой нам 18 человек? Нужно какую или позицию нужно? Исполком занимал? В смысле? Утверждая. Но это постановление правительства утверждено до нас. Но мы же всегда говорим, что мы можем что-то принимать тут у себя. И мы только приводим в соответствие с нашим штатным расписанием, мы приводим в соответствие с этим постановлением правительства. Вадим Петрович, ответьте искренне. Не получается ли, когда нам выгодны некоторые постановления, мы с ними соглашаемся даже во вред бюджетным расходам? Потому что я считаю, что есть управление, не будем называть какие, да? Но есть управление, в котором, ну, явно мне непонятно, что там делают 18 человек. Мне сложно себе представить. Екатерина, у меня тоже, как экономиста, у меня такие же вопросы есть конкретно. Но мы провели полностью анализ, я вам скажу, полностью анализ, начиная с 95-го года, угу, с главных управлений. И я вам скажу, что в 2015 году увеличения не было. Самое большое увеличение штатного расписания было. Когда? Начиная с 2008 года и до 2014 года. Угу. В 2015 году ничего не увеличивали. Этот анализ есть, я могу его даже вам предоставить, вы можете это полностью ознакомиться по каждому управлению в отдельности. Эти штатные единицы при нашем исполкоме, они не были увеличены. Другой вопрос. Сейчас нам поставлена задача Народным собранием Гагаузии, чтобы мы провели тщательный анализ. И там, где есть возможность для того, чтобы либо сократить, либо оптимизировать, мы это должны представить. Мы это прекрасно понимаем. Но вы только что сказали, что мы всего лишь подвели под требования постановления. Но не увеличили штатную численность. А что же вы будете теперь оптимизировать? Они просто не были, скажем так, приведены в соответствии с этим постановлением. Сейчас что мы сделали? Значит, у нас наложен мораторий. Угу. Мы, в принципе, на те вакантные места, которые из главных управлений, сейчас никто не набирается.
Это вот то, что мы сделали. Это вакантные места мы просто замораживаем. Это на этот год. При этом... Замораживаете до конца года, чтобы потом в этом бюджетном средства поделить году, на... в этом бюджетном году. Но я сейчас хочу просто привести к одной очень интересной мысли. Пожалуйста. Для того, чтобы тоже наши телезрители и, скажем так, и радиослушатели понимали, что я имею в виду. Мы эти вакантные должности, то, что мы говорили, и я об этом говорил, сейчас они замораживаются, мы никого не принимаем. Это раз. Второе. Где есть главное управление? Там, где мы видим экономически и целесообразно нужно будет сократить, там будем сокращать. Это два. Третье. Как вы будете сокращать? Хочу, чтобы вы мне объяснили. Сокращаем, вы сказали, прежде всего, что мы подвели эту цифру 18 в каждом управлении по требованию постановления. Есть в некоторых управлениях, когда бы там и больше 18. Потому что есть их сотрудники, которые работают в районах. Есть районы, есть Камрати, есть в Чадрулунге, есть в Луканешта. Поэтому они все в штатных единицах конкретного главного управления, но они рассредоточены в других конкретных районах. Но они подчиняются напрямую главному управлению. Вот такая структура. Есть у одной очень большой страны, которая больше нашей Молдовы в несколько раз, и таких стран немало в мире, всего лишь 12 министров работает. В нашей Гагаузии сколько управлений? Ну, такое же можно сказать про Республику Молдова. Можно сказать и регион Одесской области, можно говорить про Румынию. Там, то есть вы не видите факта раздутости этих штатов? Я не говорю, что я не вижу. Я не говорю о том, что я не вижу. В некоторых вещах я вижу, что есть, да, место для того, чтобы провести некоторую оптимизацию. Но это уже обнадеживает. Меня, я это вижу. Я это вижу и конкретно могу сказать, да, несмотря на то, что я заместитель председателя исполкома, но у меня есть конкретная позиция, я могу это аргументировать. Мы не будем конкретно, скажем, резать по-живому, образом так буду говорить, но там, где есть оптимизация, есть возможность сократить, в том числе вакантные Вадим места, Петрович, мы будем это сокращать. Следите обязательно. Плюс к этому я хочу другое сказать. Вот я к чему хотел бы привести свою мысль как результат. В госслужбе сейчас, на данный момент, нужно акцентировать, и мое это мнение, я в этом убежден, могу это аргументировать. Нужно делать акцент на то, чтобы приходили профессиональные и молодые люди. К сожалению, мы не можем предоставить условия, в том числе с финансовой точки зрения, молодым людям, которые знают, по крайней мере, три языка, знают, что такое планирование, знают, что такое project management, знают, что такое бизнес-план, потому что они к нам не идут на такую зарплату за 2500 лей, работу на госслужбу. Это самая большая проблема. И в некоторой степени, да, на самом деле, за эти вакантные места, которые был бюджет, стимулировали в том числе и молодых специалистов, чтобы они приходили и работали. Это было надбавка к зарплате. Но вместо 2500 они получили 3000 лей. Вот о чем я говорю. Поэтому очень трудно в этой ситуации, скажем так, стимулировать, чтобы приходили молодые. Вы и готовы подтвердить, что есть кадровая необходимость? Я вам скажу, что у нас кадровый дефицит сумасшедший. Однозначно. Я могу сказать другое, что нужна в том числе и новая кровь, и в том числе и в наше главное управление. Хорошо, следующий вопрос. Я это просто уже в этом убедился, я могу сказать так, что я сторонник того, чтобы было, как вы сказали, меньше людей, но они должны получать чуть-чуть больше зарплаты, и эти люди должны соответствовать определенным требованиям. Коэффициент полезного действия должен и быть большой. КПД должен нас смотреть конкретно по результатам. У нас должно быть ориентировано конкретный результат работы, да, нас всех. Продолжим наш диалог. Я только сообщаю для наших телезрителей и радиослушателей, наших партнеров «Просто радио», что гость программы «Свободный взгляд» сегодня заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии Вадим Чубан. Мы продолжаем наш разговор в студии, и мой следующий вопрос к вам. Прозрачность принятия решений публичными органами власти, ну, просто первая необходимость демократического общества, правильно? Можете сказать, исполком прозрачен в своих решениях, в принятии решений? Насколько это афишируется, насколько люди могут сегодня иметь доступ к решениям? То, что, скажем, насчет прозрачности, есть, конечно, место для совершенства. Я однозначно могу здесь сказать, и у меня есть конкретные предложения, и будем это обсуждать буквально в пятницу с Башканом, в том числе по результатам вчерашнего форума, который был проведен в Камрате. И мы примем те предложения, которые нам предоставило гражданское общество, в том числе то, что касается вот именно
принципа так называемого good governance. Это принцип, скажем, хорошего так называемого управления. Но есть здесь я могу сказать, качественного управления. И здесь качественное управление, я вчера, в принципе, обозначил где-то 8 пунктов, как это я вижу, как это мы видим. И однозначно мы будем повышать эту транспарентность, публичность принятия наших решений. В том числе это очень важно, чтобы власть и все главные управления, и в том числе исполком весь, должен быть ответственен за принятие всех решений. И при этом нужно консультироваться со всеми теми и с людьми, в том числе с обществом, либо с экономическими агентами, которые конкретно это решение затрагивают. И нам нужно очень быстро реагировать на потребности, на сегодняшние потребности людей, в том числе и будущее, которые мы должны видеть, предвидеть некоторые вещи. И в этом плане, конечно, мы не гуру, и мы не, скажем так, не волшебники. Мы должны понимать, что совместно мы будем принимать более качественные решения. Потому что если будем основываться только на нашем мнении и видеть только одно решение, здесь нужно смотреть и понимать. Ваша риторика вызывает уважение и доверие. Но я хочу спросить, Вадим Петрович, соблюдение законов обязательно для всех членов нашего общества? Ну, конечно, как по-другому. Как по-другому? Тогда ответьте мне на вопрос, почему решение, принятое исполнительным комитетом Гагаузии в ноябре, общественность не видит до января? И только в январе они появляются в форме постановлений, в форме протоколов. Почему? Вы имеете конкретное решение сейчас? Да, я имею в виду и конкретные решения. Я хочу для того, чтобы не быть голословной, у журналистов, так же, как и у политиков, нет на это права. Есть такой закон, который называется «Закон о порядке опубликования и вступления в силу официальных актов». Это да. Наш местный закон, да, говорят депутаты. Законы Гагаузии и другие акты Народного собрания, постановления, распоряжения главы Гагаузии, официальные акты, даже соглашения между регионами, которые в последнее время, их на самом деле много подписаны нынешним исполнительным комитетом, нормативные акты на гагаузском, молдавском и русском языках обязательно публикуются в официальном бюллетене «Экспресс-канон». Да. Не опубликованы. Все они будут опубликованы. А почему не опубликованы? Почему с ноября гражданское общество не должно иметь доступа к этим решениям? Оно должно иметь, решениям? Они все опубликованы на нашем сайте, в том числе по «Экспресс-канону». Есть в том числе закон, мы предусмотрели в бюджете на этот год, в том числе для предприятия «Вести Гагаузии», чтобы все нормативные акты, как Народное собрание, так и исполком, они будут публиковаться. Тем более мы дали дополнительное ассигнование на содержание «Вести Гагаузии» и на «Экспресс-канон» в том числе. Это признаю, не было вовремя сделано, эта ошибка будет исправлена, и мы опубликуем полностью все постановления. И обещаю, даю, скажем так, обязательства перед вами, перед жителями, что в дальнейшем этого не повторится. Все наши постановления исполкома, концепции и так далее будут опубликованы экспресс-каналом. Этот вопрос будет решен. Я охотно в это верю. Скажите, мы сможем увидеть и те соглашения, которые были подписаны? Потому что этот закон предполагает, что в том числе тексты соглашений, не только информация о том, что подписано такое-то соглашение, да? А тексты соглашений должны быть опубликованы. Как я понял, они уже есть на нашем сайте. Во всяком случае, я не нашла, но мы опубликуем, и в том числе в экспресс-каноне, в том числе и опубликуем на сайте. Договорились. Будем следить. Скажите, вот публичные консультации или публичные слушания, да, по-разному называют, наверное, то и то правильно. Об этом говорила и Башкан Гагаузии, не помню, на одном из телеканалов молдавских, что мы впервые провели публичные слушания по бюджету. Да. На самом деле это было так, и это очень правильно. На самом деле это и есть как раз требование о прозрачности принятия решений. Вот у меня такой вопрос, а почему только по бюджету проводятся такие слушания? Допустим, закон об образовании, который намеревается принять исполком и инициирует его принятие, почему не было проведено публичных слушаний? Будут обязательно почему проведены. Почему не проводятся? Будут обязательно проведены. Закон, в принципе, уже доработан, потому что не был он до конца проект закона не был проработан. Вот он сейчас проработан. Я могу сказать, что буквально позавчера наши коллеги работали почти до 2 часов ночи. Они редактировали последний вариант проекта закона. Этот же вопрос был задан вчера и на форуме, и конкретно депутатами Народного собрания. И мы сказали, что в обязательном порядке до отправки этого документа в Народное собрание мы проведем публичные слушания, консультации по этому проекту законов. В том числе это у меня есть и у нас есть идея
как это сделать в интерактивном режиме. Как это мы провели, по крайней мере, с двумя программами, которые сейчас недавно были приняты. Это то, что касается по развитию сектора малых и средних предприятий до 2020 года. То же самое, то, что касается программы по плодоводству Гагаузии до 2020 года. И эти программы широко обсуждали с непосредственно сельхозпроизводителем, тем более сразу же начали работу. У нас завтра будет семинар для предприятий малого и среднего бизнеса, где мы будем... Очень хорошая, я изучила программу, очень хороший круглый стол. Да, мы сделаем этот семинар для того, чтобы начать уже информировать, потому что это наша основная задача – информировать. Если мы финансово не можем поддержать напрямую, то мы должны информировать наших экономических агентов, тем более сектор малых и средних предприятий, где занято, примерно, скорее всего, 90% населения, и более количество этих предприятий тоже подходит к этой цифре, которые зарегистрированы здесь на территории Гагаузии. Мы должны их информировать о тех программах, которые есть. Поверьте мне, программ очень много. Главное, мы должны им помогать, чтобы они смогли внедрять и имплементировать эти программы на уровне их предприятий. Вадим Петрович, вы, как никто другой, мне кажется, знаете, насколько сложно это сделать. И в условиях, когда у нас нет подготовленных молодых людей, которые знают, понимают и могут писать бизнес-планы, то здесь просто нельзя ждать маны небесной и надеяться на то, что молодежь, которая получила экономическое образование в университете, тут же пойдет и будет начинать какой-то бизнес и эффективно его поведет. То есть нужна помощь. Вот я хочу спросить, такая структура исполкома, как управление экономики, такого вида работы может проводить, может делать? То есть вот есть ли какой-то стратегический подход к кадрам, которым вы можете помочь? Есть ли такой потенциал у управления экономики? Потенциал есть, но не буду скрывать, что, скорее всего, мы не сможем помочь напрямую предприятиям писать бизнес-планы. Это не наша функция прямая и наши обязанности, но... Конечно, когда мы говорим о программах поддержки и говорили о программе поддержки малых и средних предприятий, мы должны говорить об инфраструктуре поддержки. То, что мы консультируем, и у нас есть журнал специальный в Главном управлении экономического развития, где мы, сколько предприятий, предпринимателей мы консультировали, они консультировали за конкретные. То есть люди обращаются в управление экономики? В управление экономики, получают консультацию. И конкретно управление экономики ведет статистику, сколько конкретно, кто, откуда, адрес, телефон. То есть такого рода консультация оказывается? Но поймите, что из-за недостатка людских, человеческих ресурсов мы не можем писать эти бизнес-планы, мы можем только помочь. Кстати, при подготовке к форуму мы задействовали эксперта, который помогал нашим предпринимателям. Мы представляли 48 проектов инвестиционных, и он помогал им хотя бы сделать простую презентацию этого проекта, как его представить. Это целое, я могу сказать однозначно, по своему опыту, это целый процесс, это целый, скажем так, project management, то есть это не так просто. Сегодня, если вы возьмете услуги рынка по качественному, по подготовке качественного бизнес-плана, однозначно могу сказать, вне зависимости от суммы проекта, цифры будут для одного бизнес-плана, я просто знаю, сколько стоят услуги компаний, в которые входят Big Four. Вот Big Four от 20 тысяч евро и выше. Я вам говорю то, что какие услуги на рынке. Есть, конечно, другие. Мы должны давать инфраструктуру поддержки, готовить. Эти эксперты, эти консультанты должны быть конкретно в рамках тех программ, которые помогают и финансируют. И наши предприниматели должны сами это писать. По крайней мере, стремиться к тому, чтобы сделать самые элементарные экономические расчеты самим. И вот этому должен стремиться. Вадим Петрович, коль скоро вы заговорили об экономическом форуме, в рамках которого осуществлялось... Инвестиционном форуме. Форум, да. Да, это принципиально. Это было. Принципиально. Да, инвестиционный форум, простите. Скажите... Международный. И международный, да. Тоже очень, это очень принципиально. И теперь мой принципиальный вопрос. Я вам скажу, почему принципиально. Пожалуйста. Потому что мы, скажем... Результаты трактовать могут по-разному,
и кто угодно. Но вы власть, вы должны быть привыкшие к тому, что будут бить. Я могу сказать, я привык к этому. За опыт работы в госструктурах я к этому привык. Тем более, если касается энергетики. Угу. Значит, могу сказать следующее, что почему международный? Потому что мы уже обратили на себя внимание, имею в виду как Гагаузия. Не я конкретно, не Башкан, не наш блок экономический, скажем, не наши экономические агенты даже. Сама Гагаузия и регион обратили внимание. Сделаем здесь паузу. Я должна сказать, что жители Гагаузии, точно так же, как и я, Екатерина Жекова, слышим много раз от бывшего Башкана, что Гагаузия впереди планеты всей. Сейчас слышим, Гагаузия впереди планеты всей. Слушайте, а жить лучше не становится, пока хочется. Мы будем просто вам верить, как власти, которая хочет что-то созидательное делать. Я хочу продолжить свой вопрос. Я не договорил до конца свою идею, не закончил. Я хотел довести до логического. То есть почему я привык, международный? Я просто хочу, когда мы общаемся, я должен завершить мысль. Мысль такая, потому что международный, потому что этот форум, мы добились того, что на уровне Молдовы он будет уже носить международный и межрегиональный характер. Вот, вот к чему мы пришли, потому что формат был достаточно интересный и, скажем так... И организация была серьезная, это мы заметили. Я другое хочу сказать, даже не в организации дело. Дело в том, что то, что вопрос сказали насчет жизни людей, давайте об этом поговорим. Поговорим. Только сначала ответим на мой вопрос, который тоже из категории принципиальных был и касается инвестиционного форума. Вот я так и не поняла, все-таки как получилось, вопрос вам как экономисту, что проект, который занял первое место на инвестиционном форуме, это проект господина Якубова, строящийся в Подмосковье. Как он занял первое место, если инвестиции не в Гагаузию пришли, а куда-то в Подмосковье? Вот объясните мне вот это. Значит, всем вам объясняю и всем объясняю, чтобы всем было понятно. Никакой проект не занимал первого, второго, третьего места. Это однозначно могу сказать, как председатель конкурсной комиссии и оргкомитета всего. На самом деле 26 проектов заняли, не заняли, а 26 проектов были, скажем так, номинированы и были в конкурсной комиссии оценены как перспективные, лучшие инвестиционные проекты. Почему тот проект стал лучшим? Потому что этот проект, он связан с проектом здесь. Нужно было просто, я могу представить этот проект даже отдельно, или коллеги могут представить. Этот проект очень связан с промышленным парком в Камрате. Потому что такой же комплекс. Где инвестиции этого проекта? Это продолжение наших инвестиций здесь. То есть мы должны здесь провести инвестицию и связку сделать с именно проектом Угузмаркет в Московской области. Поняла. И это инвестиции. Мы не говорим, что это гагаузские инвестиции. В Гагаузию или нет? Эти инвестиции? Это инвестиции в том числе на развитие инфраструктуры и в Гагаузии в том числе. Потому что у нас там есть площадка, которая... Так. Может быть использована как экономическими агентами нашей Гагаузии, так и всей Молдовы для того, чтобы продвигать свою продукцию там. Это инвестиция. Очень непросто пробиться в Москву. Вадим Петрович, может быть, я неправильно понимаю. Разъясните мне и, возможно, одновременно зрителям. Я так понимаю, что лучшим проектом мог бы быть тот проект, который, скажем, отель, да? О нем тоже речь шла. Он стал. Вот если отель, он и стал, да. Отель строится в Гагаузии, понятное дело, что турецкие инвестиции придут сюда. Вот это понимаю. Не понимаю, почему Угузмаркет? Деньги вложены туда. Значит, давайте очень просто могу сказать. Налоги будут там, все будет там. Что выигрывает Гагаузия? Гагаузия выигрывает в том, что у нее есть площадка, платформа, куда поставляют продукцию, куда можно ее представить и просто стенд поставить. Не... Скажите, мне принципиально, это инвестиции в Гагаузию или нет? Это инвестиции в продвижение гагаузской продукции. Я вам верю, потому что вы экономист. Но я говорю о том, что это инвестиции, производство, и производство, не производство, а может быть и производство. Потому что можно здесь отправлять сырье там, потому что там площади допускают такую возможность, перерабатывать там и уже готовую продукцию там делать. И есть такие проекты в том числе. Но у нас есть проект здесь, и мы хотим здесь сделать такой же логистический центр. Но это будущее. Ну, а мой вопрос был конкретно по Угузмаркету. Ну, по Угузмаркету в том числе. Когда мы представляли Угузмаркет, мы же не представляли Угузмаркет как в отдельности, как проект. Мы представляли это как комплекс создания логистического центра здесь и по оси Камрад-Москва. Камрад или Гагаузия, вот именно в этом ключе представляли. Да, потому что там он готовый проект. И он проект, который будет продвигать наших производителей.
Проект, который уже сегодня он инвестирован, он только для того, чтобы нам туда продвигать. Нет, то, что он сегодня есть, инвестирован, все это понимают. Только вопрос был в том, инвестиции не в Гагаузии. Вы пояснили, вы дали ответ. Вопрос такой, чтобы я понимал тоже для себя, почему он занял какое-то место или почему вообще мы его отметили? Нет, вопрос в том, что это не инвестиции в Гагаузию, а он отмечен как один из лучших проектов. Если не лучший, то один из лучших. Я правильно? Могу сказать, что это в том числе часть инвестиций, поддержка, инфраструктура поддержки для продвижения нашей продукции на российский рынок. Все. И следующий вопрос у меня. Вадим Петрович, социально-экономическая стратегия Гагаузии есть? Ну, она завершена. Та, которая была в 2015 году, то есть это был последний год реализации стратегии. Сейчас мы работаем буквально на следующей неделе, у нас будет уже встреча с экспертами. В прошлый раз это был центр EDC Vitoral, он помогал в этом. В том числе мы хотели эту традицию поддержать и продолжить ее. Мы будем работать с EDC Vitoral, будет встреча с господином Виарелом Киврига, и мы будем работать над следующей стратегией. Почему стратегия не начата в 2015 году? Она начата уже. Она начата, у нас есть конкретный проект, наши, скажем, тезисы и проекты, в том числе и по инфраструктуре, в том числе то, что касается поддержки социальных проектов, инвестиционных проектов, она есть. Просто мы должны, скажем так, ее очень важно скоррелировать либо согласовать с двумя очень важными документами. И эти документы следующие. У нас будет создано агентство по региональному развитию. Согласно, если мы уже внедряемся в национальную программу по региональному развитию, в эту систему общую, то у нас должен быть, соответственно, и документ. То есть стратегия регионального развития АТО Гагаузии. У нас будет этот документ, и второй документ у нас должна быть своя стратегия по развитию, скажем, автономии, исходя из полномочий, исполнительного комитета. Ну, ближайшие 5 лет. Мы должны эти два компонента, две стратегии, два документа, скажем так, скоррелировать между собой. Плюс к этому, в программе деятельности правительства, которую правительство именно Филиппа, которое было утверждено, презентовано, да, и она утверждена парламентом. И там есть один очень важный пункт касательно Гагаузии, то, что правительство должно разработать и внедрить программу устойчивого развития АТО Гагаузии по всем направлениям. Структурные направления, инфраструктурные, социальная жизнь и так далее. И у нас три документа, которые мы по приоритетам, конечно же, поставим, скажем, первые, там шапку, да, как тот документ, который зафиксирован в программе деятельности правительства. И дальше, конечно же, вот наши эти стратегии социально-экономического развития и стратегия регионального развития, они должны быть комплементарными той общей программе. Вот, в принципе, поэтому и вопросы, скажем, пока у нас немножко есть задержка в этом процессе. Вадим Петрович, я очень признательна вам за откровенные ответы. И всегда приятно обнаруживать в чиновнике и в политике одновременно определенную искренность и честность. Это радует, действительно радует. Хочется видеть больше таких откровенных, честных ответов. Я просто последний сейчас больше оправдываюсь, по-моему. У меня такое ощущение. Нет, у меня такого ощущения не создалось. У меня создалось ощущение человека, который готов услышать, понять, принять, признать. Я открыто говорю, я не боюсь никогда говорить о ошибках или недоработках. Но мы их все совершаем, поэтому смысл это бояться нормально. О них говорить. И, вы знаете, я хотела бы последние 5 минут нашего общения уделить вот каким вопросам. Общим, но всегда же вы довольно редко появляетесь в средствах массовой информации, и почти скоро будет год, как вы приступили к исполнению обязанностей. Хочется знать, вот исполком, в составе исполкома, в котором вы работаете, очень многие дают такую оценку, что не такой крепкий этот состав исполкома. Что скажете о команде, в которой вы работаете? Я могу сказать следующее, что я этого не заметил. По крепости или крепкости, как хотите называйте, нужно, я думаю, что нужно судить. Сильнее, слабее, не хотела произносить это. Ну, мы там не пришли, скажем так, боксировать или показывать мускулы. Качество работы хотим. Мускулы, да. Мы хотим конкретно, во-первых, так,
У нас направление и направленность, цель такая, чтобы мы все решения принимали в рамках консенсуса. Поэтому есть разные люди в исполкоме. Но я могу сказать, как общая, как команда, мы достаточно очень быстро сработались. У меня, в принципе, вот такого ощущения нет, как персонально у меня. Я считаю, что нужно судить по результатам. Я по персоналям даже не хочу говорить, это не мое неблагодарное дело, никому не посоветовал. Я как раз о командности. Если есть конкретно предложение, либо конкретные вопросы, проблемы по конкретной отрасли, то это нужно обсуждать, это нужно говорить с конкретным главным управлением и с его начальником. И здесь, я думаю, что всегда мы найдем общие там, точки соприкосновения и, соответственно, найдем компромисс при решении любого вопроса. Это мы увидели в рамках работы с Народным собранием. Да, конфликты исчезли. Если в принципе так некоторые считают, я это оставлю на их совести. Но еще раз говорю, это не критерий для оценки. Ясно. Вадим Петрович, скажите, вы почему в ГГУЗе? Да, вы ГГУЗ. Да. И мне очень приятно, что мы с вами родом из одного села, и я знаю, что вы занимали всегда очень ответственные должности и в Министерстве экономики, и НАРЫ возглавляли, то есть и везде показали себя как хороший специалист, как хороший менеджер. Это приятно, и приятно, что такой человек в Гагаузии, но все же возникает вопрос, что убедило вас сюда приехать? Явно зарплата меньше, говорят люди. Ну, зарплата... Как у госчиновника, в принципе, понятно. Что побудило поменять вот Кишинев, столица, выше зарплата и исполком, рутинная работа, сложная? Нелегкая. Новые вызовы и возможности. Да? Да. Но если честно, то я могу сразу сказать, что, в принципе, после, скажу так, что в 2013 году, в декабре, я ушел из Министерства экономики по собственному желанию. Некоторые трактовали, что вот не пришел ко двору там, и так далее, был какой-то прессинг, никакого прессинга не было. Я очень хорошо работал и могу сказать, что мне повезло на начальников вообще по всей, скажем так, цепочке моей карьеры, либо карьерной лестнице. Мне повезло, и мне повезло с министрами, и с Игорем Николаевичем Дудоном хорошо работали, и с Валерием Михайловичем Лазаром. Я скажу, что в этом плане это мои учителя, которые научили очень многому, в том числе как с профессиональной точки зрения, в том числе и как, скажем так, и как работать в условиях, в том числе кризиса и как антикризисный менеджмент, в том числе, потому что с ними вместе мы проходили очень много кризисов. И периоды были кризисные. Это и 2006 год, это да каждый газ, год. И каждый год, в принципе, можно так сказать, 2009 год. И в том числе и 2011 у нас были вопросы в энергетике, в том числе и 2013 год. Я ушел в бизнес. Могу сразу сказать. Я проработал в бизнесе 1,5 года. И, в принципе, доволен этой практикой тоже. Я знаю, что такое производство. Я узнал это. Знаю, как работает молдавский бизнес, по каким правилам. Но в бизнесе выгоднее с материальной точки зрения, Я могу сказать так, что я бы дальше и продолжал свои бизнес-проекты и, скажем так, работу в бизнесе непосредственно. Вот вызов, который получил, предложение, которое получил от Ирины Федоровны, это решение мне очень далось нелегко, сразу могу ответить, со многих точек зрения. Прежде всего, и семейные вопросы в этом плане, и вопросы касательно и работы в регионе, потому что, и несмотря на то, что я ГГУС, родом отсюда, был оторван. Я могу сразу сказать, что оторван от жизни в автономии. Я, кроме жизни с Чечемкой, я больше ничего не знал, что происходит вообще в автономии. Я открыто говорю, как есть. Я следил только посредством массовой информации, я не влезал не конкретно. Но то, что вы занимались другим делом, конкретно в политику в регионе и так далее. И в этом плане, конечно, я считаю, что это основная причина. Настойчивость Ирины Федоровны. Это раз. И благодарен то, что за те решения, тот период, который мы прошли вместе в процессе принятия моего решения прихода в исполком. И, соответственно, второе – это новые вызовы и возможности. И третье, как бы банально не звучало, голословно, реально хочу применить свои знания, то, что получил, навыки, практику для
помочь своей родной Гагаузии, своей родине. Это не банально, это очень хорошо. Ну, кто-то считает, что это банально, и кто-то говорит, нет, вот он пришел, чтобы там, не знаю, там, зарабатывать какие-то там общественные блага или так далее. Нету такой цели вообще. В этом плане даже я могу сказать однозначно нет. И могу сразу вот эти сомнения, эти всю критику отбросить, и нету таких целей вообще. Спасибо большое. Я искренне благодарю вас за этот разговор. Еще раз скажу, что мне показалось, что он был откровенным, и за это большое спасибо. Ну а нашим зрителям напоминаю, что гостем сегодняшнего «Свободного взгляда» был заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии Вадим Чубан. Вот можно и так, откровенно, честно, есть проблемы, но их надо решать. Не знаю, как вы, я поверила этому чиновнику сегодня.